OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Немцы, которые вообще молчать должны еще столетиями и каяться, что-то себе возомнили. Как ответить так, чтобы с одной стороны немцы поняли, а с другой стороны не был развязан ядерный конфликт? Да вот в том-то и беда, что, похоже, немцы ничего не поняли и ничему не научились. Но если так вот отвлечься от сегодняшнего разговора, вот что мы увидели, услышали? Рассуждение о том, как за чужой спиной воевать с Россией, уничтожать наши гражданские объекты, которыми пользуется масса людей. И они на холодном глазу это все обсуждают, потому что вот это им сейчас нужно. Причем нужно делать таким образом, чтобы их голова не торчала. Ну, послушайте, это вот хорошо, что в руководстве России люди с холодной головой, и что наш верховный главнокомандующий к этому спокойно относится. Вот я сейчас вспоминал историю. Представляете, что было бы там 100, 150, 200 лет назад, получи вот такую депешу или доклад, значит, в мире. Да немедленно бы война началась. Вот, поэтому мы, конечно, будем проявлять сдержанность, но мы это все запомним. И я недавно написал о том, что вот в эмоциональном плане, абсолютно искренне, я ничего не мог вспомнить лучшего, чем стихи Константина Симонова. «Убей его», известный стих. Вот только то, что мне приходит в голову, когда я такую ересь слушаю. Но потом я, конечно, как любой человек, успокаиваюсь и понимаю, что есть еще дипломатические средства. Дипломатическая дорога не закрыта. Но они должны понимать, что мы сделали с ними во время Великой Отечественной войны. Пусть помнят. Почему христианское кажется, мышление в центре вселенной. Причем вот и це вселенная усе вокруг сало. Да. Вот сало, а у центре я с горилкой. И вот им почему-то кажется, что вот мир вот именно так устроен. Зеленский решил посоревноваться в информационном пространстве с нашим президентом и дал запись Fox News. Такая сопоставимая по количеству подписчиков Такер Карлсон, Fox News. В 1000 раз разница в количестве просмотров. Поэтому это просто показатель. Так вот, завтра, когда будет послание президента, это гарантированно, ну, половина, наверное, там, эстеблишмента западных стран и мирового общества будет смотреть это интервью, очень пристально записывать на цитаты, и все информационные агентства будут это делать в прямом эфире. Вот это показатель лидерства и реального отношения к руководителю государства. Макрон сказал, что это стратегическая неопределенность, которую он хочет подвесить России. Кретин даже вообще не понимает, как мыслят в России. То есть он не понимает, что для нас долбить французов – это национальная забава. Но у нас это в характере. То есть они просто реально не понимают. Плюс мы считаем их неблагодарными скотами. Потому что во время Первой мировой войны, извините, русские их спасли. Во время Второй мировой войны русские придумали, что они победители. То есть, и когда мы видим вот это от Макрона, сказать, ты что вообще? А ну иди сюда. Они да, реально не понимают Путина? Я думаю, что нет. Так ведь... Думаю, что реально не понимают. Путин же четко, ясно все объяснил. Он же всегда говорит. То есть, если посмотреть, то он абсолютно последовательный политик, который выполняет вот четко и ясно. Вот он объясняет, куда пойдет. То есть, все ясно, что будет дальше. В феврале 22-го года было же сказано. Вы вообще понимаете, что вы себя втягиваете в войну с Россией? Он же впрямую это сказал во время пресс-конференции с Макроном. Он все им объяснил. И мы что? Не свернем. У нас задней скорости нет. Мы не будем действовать эмоционально. Вот ты посмотри, а какая... они не верят. Нет, тут у нас есть чем. Но давайте просто 156-й раз покажу тупым европейцам. Владимир Владимирович Путин. Февраль 22-го года. А вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами. Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет. Европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт, помимо своей воли. Вы даже не успеете глазом моргнуть.
и втягивается все больше и больше. Конечно. Да. Наша концепция очень простая. Это Володь. Не Украина. Страна НАТО, которая начинает воевать с Россией, моментально оказывается в зоне действия нашей стратегической концепции, которая подразумевает использование великого уравнителя. ОМ-ТВ.UA. Про головне. Сначала срочные новости. Щойно мы тішилися. Та й далі тішимося. І продовжуємо тішитися з приводу того, куди пішов російський воєнний корабль під назвою Сергій Котов. До Москви він пішов. По-перше, я хочу погодитись з речником в тому, що в напрямку морських дронів, як ми їх називаємо, а взагалі в експертному середовищі називається БЕК, тобто безекіпажний корабель, то дійсно ми зараз попереду, ну якщо чесно, попереду планети всієї. І спілкуючись з впливовими американськими експертами, вони мені підтвердили, що дійсно і військові американські, і далеко не тільки американські, а провідні фахівці Німеччина, Британія, вони вивчають ну, абсолютно карколомний, неочікуваний результат, який досягла країна, яка фактично не має власного флоту, але вже зробила 30% отрицательного всплиття флоту супротивника. І там постає питання, що зараз фахівці, вони намагаються запропонувати, розробити власне, для власних Збройних сил, да? якісь методології захисту від подібних речей. І я хочу щиро вірити, що цей напрямок морських дронів, його не спіткає та сама доля гірка, яка була у напрямку повітряних дронів. На початку повномасштабного вторгнення повітряні дрони – це був єдиний напрямок, в якому ми превалювали над Росією. За два роки ми не просто дозволили оркам зрівнятися в паритет, а, на жаль, вони зараз значно перевищують нас. І це треба казати. Хочу надати коментар, чому зараз так вибухнув у українській мережі бананами. А тому що десь о 6 з копійками почав поширюватись допис одного з пропагандистів з відповідним текстом. От під фотографією покійного Котова. Ночью хохли утопили наш патрульный корабль Сергей Котов. Ударили с помощью БЭК. Ну, безэкипажный корабль. No. Комментировать это я не хочу, потому что если так дальше пойдет, то в составе Черноморского флота останутся одни катамараны и резиновые бананы для отдыхающих. Пипец. И вот с их бананов і все і пошло. Це один з перших дописів. Да, ну десь о 6 там з копійками. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.